Здравствуйте. Вечер субботы, в эфире программа «События». Это значит, что пришло время вспомнить, чем Самара жила на этой неделе. Я, Марианна Мирная, и корреспонденты телеканала «Самара ГИС» расскажем вам о самом главном и интересном. На этой неделе Самару посетил знаменитый российский актер Константин Хабенский. Народный артист России встретился с главой города, чтобы обсудить открытие новой детской студии творческого развития. Она будет работать в рамках проекта благотворительного фонда. Воспитанники таких студий занимаются бесплатно, участвуют во Всероссийском фестивале оперения и выступают с профессиональными актерами. Сможет ли Самара стать кузницей талантов, узнала Марина Кравцова. Константин Хабенский в Самару ехал из Тольятти, где стал одним из главных зрителей первого спектакля Тольяттинской студии творческого развития, которую он же и организовал. В Автоград с гастролями приехали и воспитанники Уфимской студии. Такие творческие лаборатории за 5 лет открылись в 11 городах России. Еще одной кузницей талантов может стать Самара. Перспективы открытия народный артист обсудил на встрече с главой Самары. Буквально 2 недели назад мы собирались с театральными деятелями города, обсуждали о том, что нужно больше театральных студий в городе открывать, поддерживать вообще желание молодых актеров, реализовывать себя на различных творческих площадках. Чем больше, скажем так, людей приобщаются к искусству, да, чем больше граждан приобщаются к искусству, тем, наверное, быстрее меняется общество. Студия творческого развития не просто театральный кружок. Здесь более основательный подход. Из детей стараются не актеров сделать, а воспитать личность. Это студия творческого развития. Спектакль получается хорошо, не получается. Мы занимаемся другим. Мы не готовим детей для поступления в театральные вузы. Мы готовим просто людей, раскрываем тот потенциал, который в них сидит, молодых людей в большую жизнь. Готовим людей, с которыми мы сможем найти общий язык впоследствии. А чем они будут заниматься дальше? Это уже не дело. Я смотрела, естественно, проекты в Питере. Для меня самое главное – вот эта человеческая составляющая, то есть оперение, взлет. Понимаете, вот это вот культурное гнездо, да, где люди получают настоящую, реальную возможность развития. Для детей занятия в студии бесплатные, а вот средства от концертов и спектаклей, которые ставят воспитанники, идут на благотворительность, на лечение больных раком. Обычно в студии несколько групп для детей разных возрастов. Актеры Самарта, я знаю, что весьма с интересом с коллегами откликнулись на реализацию этого проекта и готовы тоже подключиться в перспективе уже педагогической деятельности. Пока это только первый этап переговоров. Главный вопрос – помещение, где может расположиться студия. Требования к репетиционным и концертным залам весьма высокие. И это должен быть своеобразный дом для воспитанников, где особая творческая аура и своя душа. Власти Самары готовы поддержать проект и планируют привлечь необходимые ресурсы для его реализации. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Город не спит ни днем, ни ночью. В Самару на испытание прибыл новый 3-секционный трамвай. Уникальная машина создана в Челябинской области в единственном экземпляре. Тестируют трамвай пока после полуночи и без пассажиров. Но наш корреспондент все же смог на нем прокатиться. Об эксклюзивной поездке расскажет Андрей Трой. 71-633. Не самое поэтичное название даже для трамвая. Тем не менее, эта машина производства Усть-Катавского завода – настоящее произведение инженерного искусства 21 века, причем российское. Всевозможные электронные табло, жидкокристаллические экраны, салон на 309 человек, камеры наблюдения внутри, снаружи, есть даже беспроводной интернет, огромные входы и современный низкий пол. А для людей с ограниченными возможностями – специальный пандус. Этот трамвай может похвастаться опциями, которые есть на современных автомобилях. Зеркала с электроприводом, кондиционеры и тепловые пушки в салоне, электронная панель приборов. Есть даже подогрев ветрового стекла, гидропривод тормозов и специальные распылители песка, защищающие от гололеда. Опытные водители трамваев по достоинству оценивают новую машину. Абсолютно современный трамвай, на самом деле трамвай 21 века. Очень удобен в управлении, понятен. Очень удобен, мягкий ход, обзор, все предусмотрено для удобства водителя.
Но главная особенность нового трамвая даже не в современной начинке, а в том, что он один. Завод собрал этот вагон в единственном экземпляре, и от того, как пройдут испытания в Самаре, фактически зависит будущее этой машины. Испытания будут проходить у нас в первую очередь по легкому профилю пути. В первую очередь мы будем, конечно, уделять особое внимание это электронному тяговому оборудованию, механическому оборудованию, соответственно, конечно же, тормозам, гидравлическому оборудованию. Если новый трамвай покажет высокую надежность и хорошее качество сборки, то, возможно, будет принято решение о закупке, и на заводе начнется его серийное производство. Пока же составу предстоит несколько серий испытаний, как на легком пути, так и на трудных участках со спусками и подъемами. Андрей Трой, Максим Гусев, «События». Пока Андрей Трой испытывал новый трамвай, Валерия Макарова отправилась на квест-игру. К юбилею улицы Старозагора в школе искусств номер 3 придумали новый формат интеллектуального развлечения. Вместо устаревших викторин – активный квест. Репортаж о презентации первой городской квест-игры «Новые старозагорские игры». Желтые и красные розы на улице Старозагора расцвели еще десятки лет назад. Неспроста. Королевский цветок – это символ Болгарии, а сама фреска – символ дружбы между болгарской и самарской землей. Рассказать историю родного района в необычной форме – такой целью задались в местной школе искусств. Родилась идея квест-игры «Новые старозагорские игры». Постараемся вовлечь ребят в различные области, то есть чтобы это не было только в виде вот таких вот как бы тестов, там дайте правильный ответ, а чтобы они и танцевали, и пели, и готовили. Проект разрабатывали с начала года, заручились поддержкой городских властей. Квест-игра вошла в план празднования 50-летнего юбилея улицы. Новые старозагорские игры придуманы специально для школьников и пройдут в несколько этапов. Проект у нас рассчитан на определенный срок, на несколько месяцев. Но и в каждый месяц будет несколько этапов заданий у ребят. И для того, чтобы получить допуск к следующему этапу, надо завершить задание, которое они получили. Финальный этап квест-игры пройдет в парке Гагарина, предположительно, в мае. Сейчас еще можно успеть записаться на участие. Регистрация завершается 11 марта. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, «События». Неделя запомнилась еще и тем, что на понедельник выпал лишний день. Люди, родившиеся 29 февраля, привыкли слышать шутку. Повезло, что год был високосный и мог бы вообще не родиться. Этот день называют днем парадоксов, опасным Касьяновым днем и днем полным магических хитросплетений. Мы узнали, как живется тем, кто отмечает день рождения в эту уникальную дату. Елене Гавриловой сегодня исполнилось 6 лет. Так сошлись звезды. В 1992 году на свет появилась светловолосая девочка, аккурат 29 февраля. Редкая дата рождения, несмотря на общепринятые представления об этом дне, Лене приносит только удачу. Подтверждает парадокс лишних суток разнообразием своих талантов. Каких-то сверхъестественных способностей у меня нет и даже не ощущала. Но так я очень люблю и танцевать, очень люблю... как бы за компьютером работать. То есть, ну вот, допустим, я сейчас работаю на двух работах. У детишек танцы преподаю и сейчас в информационном центре работаю. Детей, рожденных в лишний день, обычно записывают или 28 февраля, или 1 марта. В документах же Лены Гавриловой значится именно 29 число. Ирина Кудряшова сегодня счастливая многодетная мама. Сегодня в 3 часа дня, 29 февраля, на свет появился долгожданный мальчик весом почти 5 килограммов. А незадолго до родов она успела дать интервью. Наверное, необычный ребенок должен быть. И вообще, я читала много, что дети, рожденные в этот год, необычные дети все должны быть. Ну, и радости маме, папе, наверное, принесет, и родине. Лишние сутки образовались из-за вращения Земли вокруг Солнца. Полный круг – 365 дней и еще почти 6 часов. Так и вышло, что для ровности подсчетов раз в 4 года необходим еще один дополнительный день. Про 29 февраля издавна было много слухов и легенд, но по большей части все это предрассудки. Древние славяне считали 29 февраля днем опасным. Они думали, что можно встретить потусторонние злые силы, особенно ночью. Поэтому и спали до обеда. Во второй половине дня они совершали обряд очищения, избавлялись от всего ненужного. Марианна Мирная, Алина Чемерис, Максим Гусев. События.
Наступление весны – это всегда цветы, и первый весенний праздник – 8 марта. В Международный женский день принято дарить цветы, например, тюльпаны. В Самаре прошел необычный эксперимент, причем с успехом. Заключенные 10-й колонии вырастили тысячи цветов, ведь прекрасное не чуждо даже людям со сложной судьбой. Дмитрию Кошкину несколько месяцев до выхода на свободу. По времени, проведенному за решеткой, скучать, говорит, не будет. А вот по выращенным собственными руками тюльпанам – да. Садовод-любитель так прикипел к флоротерапии, что готов и на воле продолжать цветочное дело. За растениями нужен уход, соблюдение температурного и светового режима, чтобы даже когда за окнами минус, ощущалась весна. Поливать там, то есть смотреть. Ну, нравится, просто нравится. То есть я не могу объяснить там то, что гармония там какая-то, то есть... Мы далекие люди от этого. Первый блин определенно не комом. Тысячи цветков прижились, выросли и отправятся на городские прилавки. 25 тысяч тюльпанов в одной небольшой теплице. Здесь есть всякие разнообразные. Желтые, которые к разлуке, и традиционные красные. Мое внимание больше всего привлекли вот эти, цвета фуксия. Такие редко встретишь в продаже. Даже за колючей проволокой людям не чуждо чувство прекрасного, говорят в колонии. Садоводством они занимаются с пользой для души и кошелька. Осужденные получают зарплату в размере мрота. А труд действительно ценный, не за горами Международный женский день. 4 числа весь женский персонал ФКУК-10 будет поздравлен, в том числе тюльпанами с нашей теплицы, которую самостоятельно мы выросли. Эксперимент с цветами был признан успешным. Дальше больше в планах восстановить еще 2 теплицы и уже к маю посадить клубнику. Марианна Мирная, Максим Гусев. События. За церемонией награждения премии «Оскар» следили все киноманы планеты. Для самарцев особенно интересным стало награждение актера Марка Райленса. Он получил свою первую золотую статуэтку за роль знаменитого советского разведчика Рудольфа Абеля. Райленс сыграл в фильме «Шпионский мост» режиссера Стивена Спилберга. Настоящее имя Абеля – Вильям Генрихович Фишер. – В 1947 году он в качестве нелегального агента отправился работать в США. Одной из основных его задач был сбор информации об атомном оружии. Мало кто знает, что за несколько лет до этих событий Фишер работал в Куйбышеве. Дом, где он жил, находится на улице Молодогвардейская. В прошлом году на здании установили мемориальную табличку. Работа Рудольфа Абеля, она позволила нашей стране обрести ядерный паритет с Соединенными Штатами, а впоследствии и космический приоритет. И после этого с нами стали разговаривать очень вежливо. Вступивший в силу год кино «Не дремлет» в Самаре показали финские документальные фильмы. В мировом кинематографе Финляндия занимает больше места, чем на карте, и, безусловно, обладает особым колоритом. Что общего у российского и финского кино, выяснила Ольга Морозова. Vanhemmat alkoholisoitu niinä aikoina, kun mä oon syntynyt tähän maailmaan. Ja sitten ne jatkoi sitä juomista oikeastaan niin pitkään, kunnes henki lähti. Главный герой документального фильма «Папа любит тебя» – профессиональный боксер. Юси Койвола рассказывает историю своей жизни, которую хочется дослушать до конца. Без лишних эмоций, но очень трогательно. Это кино во многом делает крупный план. Травма глаза, трудное детство, сложный путь на спортивный пьедестал. Каждый раз, выходя на ринг, боксер борется с темными сторонами собственной жизни. Главный герой – типичный финский мужчина. Характер нордический. Российский и финский кинематограф во многом схожи, считает режиссер картины Нинни Рокоса. Это определенная меланхолия, такая традиция глубоко все обдумывать. Это общая черта финнов и русских. Самая главная проблема во время съемок – главный герой фин и не очень показывает свои чувства. Интерес к документалистике и короткому метру в Финляндии очень высок. В течение года там проходят 7 кинофестивалей. Как отметил представитель посольства, в мировой киноиндустрии Финляндия сейчас занимает больше места, чем на карте. Несмотря на близость наших стран, в России финское кино пока смотрят мало. Мне интерес вообще к кино, тем более финское, диковинка для нас. И присутствие самого режиссера, которому можно задать вопрос. Мы здесь все учимся, кто на кого, кто на актеров, кто на кинематографистов, кто на операторов. Поэтому, во-первых, посмотреть интересно сама работа зарубежных авторов. Во-вторых, увидеть какие-то тонкости, может быть, их себе присвоить.
Ну, то есть, наверное, с профессиональной точки зрения, ну и со зрительской, конечно. Ну, конечно, как любое кино, оно должно приносить удовольствие. В Финляндии сейчас маленькие кинотеатры закрываются. Эра пленочного атмосферного кино закончилась. Все захватывает цифровые технологии. Финны были приятно удивлены, что в Самаре удалось сохранить дух старого кинематографа в кинотеатре художественный. Ольга Морозова, Григорий Плешаков, «События». Приятно удивились и посетители необычной выставки, которым популярным языком рассказали, сколько воды в организме, как расположены вкусовые рецепторы и сколько весит человеческий мозг. Живые системы – это экспонаты из Московского музея человека, которые привезли в Самару. В столице выставку за год посетили 1,5 миллиона человек. В Самаре одним из первых посетителей выездной экспозиции стала Алина Чемерис. Если картинка неприятная, мы этого касаться не хотим. Если картинка приятная, то мы можем туда смело засовывать руку. Как соотносится зрение и осязание, после таких экспериментов поймут даже самые маленькие. Почувствовать себя черепахой, понять, сколько весит человеческий мозг, и с помощью шариков ферментов расщепить белок. Популярная биология для тех, кто хочет разобраться, как устроено все живое и, главное, человек. Валерий Мельников сел на велосипед, чтобы понять, как двигается его скелет во время поездки. Говорит, на выставке многое узнал, в первую очередь, о себе самом. Я узнал, какой сустав именно расположен, какой сустав быстро двигается и какой сустав может сломаться. Коленный сустав может сломаться быстро. Измерить количество воды в организме, узнать, какой длины кишечник и как располагаются внутренние органы. Здесь много интересного и для взрослых. Как положить на язык, чтобы действительно было вкуснее? Здесь схематично изображены участки языка, которые отвечают за восприятие того или иного вкуса. Теперь понятно, чем мы лучше чувствуем сладкое, кислое и соленое. На выставке живые системы, более 50 интерактивных экспонатов. Их привезли из Москвы, из единственного в России музея, посвященного биологии. Наука может быть понятной и интересной, уверены организаторы, особенно когда все можно испытать на себе. Мы пытались представить биологию немножко под другим углом зрения. Мы пытались выбрать наиболее интересные и наиболее незнакомые факты для широкой публики. Цель подобных институций, подобных выставок заключается в том, чтобы заинтересовать людей наукой и, в нашем случае, биологией. Стать частью живой системы самарцы смогут до 15 мая. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События». Современный микроскоп, под которым видны клетки человека, вряд ли можно назвать предметом искусства. А вот если ему больше века и сделан он легендарным мастером, то пожалуйста. То, что такие измерительные приборы вполне достойны собственной выставки, посчитали в Самарском музее модерна. И не ошиблись. Новый проект весьма занимательный, где есть и на что посмотреть, и чему научиться, и даже во что поиграть. Марина Кравцова протестировала старинные приборы. Амперметр, сделанный в Петрограде в 1918 году, и сегодня подает признаки жизни. Почти столетняя стрелка резво бегает по шкале. Силу тока прибор измеряет с достойной точностью. Не поднялось ли давление в подвале особняка Курлиной, можно узнать у старинного французского барометра. Рядом уже отечественные торговые весы. Не одну тысячу пудов соли выдержали они, пока не попали в музей. Если присмотреться на чашки весов, то на них выбиты как маленькие эмблемки. Сначала царские, потом перебиты уже советские. То есть они использовались и в советское время. Новый интерактивный проект музея «Модерна» – выставка «Цена деления» с естественно-научным уклоном рассказывает о развитии техники на рубеже 19 и 20 веков и единицах измерения, актуальных и сегодня. В центре экспозиции поезд, который, кажется, попал сюда случайно и увозит от антикварных предметов в середину прошлого века. Один из экспонатов – пионерская железная дорога начала 50-х годов. С ней связана интересная легенда, согласно которой игрушка предназначалась в подарок Иосифу Сталину. Но до адресата так и не доехала, потерялась где-то на почте. После попала в фонды музея Алабина. Примечательно, что и сегодня поезда на ходу. Купить себе домой такую железную дорогу граждане Союза не могли. А вот в кружках и домах детского творчества пионерские вагончики были весьма популярны. Увидеть привычные вещи в необычном дизайне и заглянуть не просто в окуляр раритетного микроскопа, а через век технического прогресса пришли самарцы всех поколений. Интересно точно посмотреть, как выглядел микроскоп раньше. В общем, он не сильно изменился от настоящего. И посмотреть, опять же, какие-то небольшие экспонаты вживую.
Компас тоже очень интересный, большие весы тоже впечатляют. Я изучаю историю искусств, поэтому для меня это еще и как, ну, с научной точки зрения интересно. Предметный мир 20 века. Измерить себя в аршинах и вершках и узнать, какова же цена деления, самарцам предлагают до 1 мая. Марина Кравцова, Станислав Левин, «События». Вот такая была предпраздничная неделя в Самаре. Удачных вам продолжительных выходных. И помните, что политика в жизни не главное. До встречи. We'll be right back.